по понедельникам и вторникам в полдень на Радио Болтком. Вместе с приглашенными гостями, лидерами общественного мнения латвийского общества, знаменитостями, авторитетами, представителями самых разных сфер обслуживания, самые злободневные темы страны и мира со всех сторон. Разворот. Участие слушателей обязательно. Звоните в прямой эфир, задавайте интересующие вас вопросы на Facebook и WhatsApp. Дискутируем, обсуждаем, делаем выводы. Разворот. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Разворот» на радио «Болтком». Сегодня ее проведу я, Артем Липин, за звукорежиссерским пультом Евгений Копейн. И сегодня мы в «Развороте» с разных сторон обсуждаем всегда, к сожалению, актуальную тему и проблему алкоголя и его потребления в Латвии. Буквально недавно появились данные о том, что домохозяйства в Латвии тратят на алкоголь относительно больше других стран Европы. В среднем это 4,8% от доходов семьи уходит на алкоголь. Алкоголь – это, собственно, по Европе это максимальный результат, потом идет Эстония 4,7%, ну и дальше уже Литва 3,7%, и там намного меньше. Вот, поэтому мы говорим про алкоголь, звоните нам 67-212-93-9, 67-213-93-9, или пишите нам по WhatsApp 2300-61-91. И первый эксперт, который с нами на связи, это практикующий психолог Александра Михайлова. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, тема алкоголя, она действительно, она почему-то всегда актуальна в Латвии. Страны Балтии, они традиционно находятся в лидерах в этом таком печальном рейтинге. Есть ли какая-то у нас, не знаю, особенность, историческая традиция, почему именно мы вот в таких антирекордах всегда находимся? Такой прям особенности тоже нет, но в основном я могу сказать, что к алкоголю прибегают люди для того, чтобы расслабиться. И, к сожалению, во время пандемии сейчас у нас изменилась жизнь. Мы перевернули наш привычный образ жизни. У нас, нам приходится заново знакомиться со своими родственниками, потому что мы все оказались в изоляции с ними друг с другом. И это огромный стресс для нас, для нашей нервной системы. И поэтому, чтобы как-то успокоиться, к сожалению, мы все прибегаем к алкоголю. Поэтому люди стали, да, больше пить, и это очень грустно, но по-другому они просто не знают, как успокоиться на данный момент. И плюс это все ожидание, что неизвестно, когда все закончится. И вот ты живешь в этом бесконечном, скажем так, мраке. И единственная радость, которая есть в нашем мире, к сожалению, для людей, это алкоголь. А как так получается, что именно алкоголь, ведь особенно действительно в наше время с интернетом, с доступом к миллионам фильмов, сериалов, книг и, не знаю, игр и так далее, именно алкоголь остается все еще такой сильно расслабляющей силой? Мы просто не умеем по-другому расслабляться, нас этому не учат, или это какой-то просто это самый простой способ? Это самый простой способ, и он исходит из опыта. То есть первое, с чем человек в жизни столкнулся, это, скорее всего, был алкоголь, и человек понял, что это как волшебный эликсир, который помогает абстрагироваться, я не знаю, от суеты, от проблем, освободить голову от бесконечных потоков мыслей. Когда ты вот выпил, и тебе сразу все прекрасно, ты можешь посмотреть кино, завалиться спать, и у тебя все замечательно просто в сию же секунду. А когда мы как-то там играем в игры или что-то другое делаем, это нужно прилагать какие-то усилия. А человек сам по своей натуре довольно-таки ленивое существо, и намного проще взять бутылку, там, не знаю, выпить какое-то пиво на ночь глядя, еще что-то. Поэтому, к сожалению, алкоголь – это больше, скажем так, привычный образ жизни. То есть Латвия вообще славится своими какими-то такими тусовочками, какими-то посиделками, что постоянно какое-то движение идет, да, в плане алкоголя. Поэтому сейчас, когда все закрыто, каждый находится на своей территории, и он начинает вспоминать, а как я раньше развлекался? А раньше я ходил куда-то к друзьям, в гости, к соседям, там в какие-то клубы были открыты, еще что-то. И поэтому сейчас по привычке что мы делаем? Ага, тогда мне помогал алкоголь, значит, сейчас тоже, возможно, он мне поможет. И действительно, человек открывает бутылку, выпивает первый бокал и понимает, что вот наступает та самая легкость, когда у меня успокаивается мое тело, моя вся нервная система приходит вроде бы в какой-то порядок, у меня сразу все хорошо, все друзья, не надо злиться, не надо переживать ни о чем. И, к сожалению, это больше как бы о привычках. Это привычный образ расслабления. Люди не привыкли пробовать что-то новое.
я же правильно понимаю, что основная опасность алкоголя даже не в том, что можно стать зависимым как-то опасно. То есть, понятно, у нас всех есть перед глазами эти примеры там, алкоголиков, которые без работы, без постоянного дохода и так далее. Но ведь есть алкоголизм такой как бы мягкий, и он еще страшнее, который вроде напрямую не влияет на твою жизнь, но при этом каждый вечер там бутылка, две пива, вроде как на работу, там, на общественную деятельность это не сильно влияет, но так это да, чуть ли не хуже, чем вот такой открытый и всем заметный алкоголизм. Да, к сожалению, даже есть такое понятие, как бытовой алкоголизм. Это когда действительно после тяжелого рабочего дня ты прибегаешь к какой-нибудь бутылочке пива, вина и так далее. Да, это опасней, поэтому людям надо учиться, как по-другому снимать стресс. То есть это надо находить каждому индивидуально свой подход. Для кого-то это спорт, для кого-то это прогулки, для кого-то это уединение сам с собой, кто-то подается в религии, у каждого это свое. Но такая тема, как вот этот бытовой алкоголизм, он очень популярен, просто потому что это легкий способ освободиться от того напряжения, которое было в течение всего дня. А сейчас у нас явное напряжение во всей этой пандемии, когда все закрыто, когда ты не знаешь, что делать, и ты берешь и, к сожалению, ну, ты начинаешь выпивать. И даже те, кто раньше не выпивал, они тоже начинают это делать, потому что они не знают, чем еще заняться. Вот я как раз хотел, да, у вас спросить, как у практикующего психолога, заметили ли вы в последнее время, вот в этот год наш пандемийный, увеличилось ли число людей, для которых алкоголь стал проблемой? Да, к сожалению, увеличилось, но также я заметила тенденцию, что это было в начале, как бы такое увеличение, люди от шока не понимали, как, что, и глушили свою боль алкоголем, но потом они стали привыкать. И вот люди поделились на две категории. Те, кто немножечко свыкнулся с той ситуацией, которая сложилась, и адаптировался под нее. И есть те, которые не свыклись и считают, что сейчас пройдет время, сейчас все наладится, и вот пока вот это все наладится, я вот этот весь период буду пить. Поэтому вот разделилось на две части вот эти люди. И те, которые адаптировались, они как-то там больше ориентированы на дом, начали заниматься ремонтом, то есть сейчас действительно очень хорошее время для ремонта, когда все закрыто, ты можешь посвятить себя полностью каким-то домашним делам. Также ты можешь перечитать книги, которые ты раньше никогда не читал. Вот мы очень часто откладываем дела на потом, когда появится время. Так вот оно, время появилось. Но, как показывает практика, что люди, вот они, к сожалению, но они ленятся, им лень. Есть ли какой-то, не знаю, практический совет? Я понимаю, что это всегда все очень индивидуально, и так, наверное, в двух предложениях этого всего не объяснить. Но, тем не менее, когда обычно говорят, как бороться с проблемой, с этой вредной привычкой алкоголизма, говорят там, ну, попробуйте найти приятное в чем-то другом, вот попробуйте спорт, попробуйте то и то. Но сейчас в пандемию очень много вариантов, они просто недоступны. Для кого тот же спорт, он может быть только на улице, а погода не самая благоприятствующая для этого и так далее. В общем, как решить эту проблему сейчас со всеми ограничениями, которые у нас существуют? Есть ли у вас какие-то мысли по этому поводу? В данной ситуации нужно найти источник вот этого раздражения, который заставляет тебя вновь и вновь прибегать к этой бутылке. Да? Что именно тебя раздражает? Возможно, оказывается, меня раздражает, я не знаю, моя семья, которая там как-то давит на меня. Возможно, раздражает, оказывается, мои коллеги, которые у нас какое-то взаимонепонимание происходит. Поэтому здесь очень важно обнаружить источник. Потому что если мы понимаем, что ага, это меня раздражает и бесит, то, соответственно, туда я либо не пойду, либо я буду это избегать, либо я посмотрю, как я могу сделать так, чтобы минимизировать вот это все раздражение. Чтобы мне не приходилось потом вновь прибегать к какой-то бутылке. Но, конечно, сейчас во время пандемии намного сложнее себя развлекать и все такое. Поэтому спорт, да, он есть, но он больше переходит на домашний какой-то спорт. Сейчас очень много переходит онлайн-обучение, открылись всякие марафоны, курсы там месячные, пятидневные и так далее. Поэтому, в принципе, моя рекомендация перейти на какое-то развитие себя. То есть найти что-то интересное в интернете, что может быть полезно для меня, и просто углубиться в это. То есть не столько, сколько в алкоголь, а столько, сколько в обучение себя, развитие себя. И тогда каждый твой вечер будет проходить не с того, что «ага, мне надо выпить там банку пива», а «ага, мне надо сделать домашнее задание по какой-нибудь там учебе», да? Или если это тот же спорт, то да,
поставить себе четкий план, распорядок, что да, тогда-то и тогда-то я занимаюсь спортом сам для себя, и неважно, хожу я в зал или это на улице, у меня есть четкий распорядок дня, что в это время я занимаюсь спортом. Включаешь всякий интернет, YouTube и так далее, и просто берешь и самостоятельно занимаешься. Это, в принципе, очень зависит от того, насколько человек самостоятельный может распланировать свой график и готов отвечать. Вот он себе пообещал, я буду этим заниматься, и вот он ответственный за свои слова. Как и со многими другими вредными привычками, я еще такую вижу проблему с алкоголем, что все знают, что алкоголь — это плохо. Это не является предметом спора, так же, как и сигареты или наркотики, но почему-то это не останавливает людей от того, чтобы начинать пить или продолжать пить, когда уже попробовали. Причем еще особенность алкоголя в том, что практически никому он не нравится по вкусу с самого первого раза, к нему нужно привыкнуть. Я не встречал людей, которые там в 15-16 лет выпили пиво, им сразу понравилось. Как вам кажется, что, как можно переломить эту ситуацию, если информированности достаточно, может быть, какого-то эмоционального наполнения не хватает, или это должно идти не от школы, а от семьи, или это нерешаемая, по сути, проблема, и каждый ответственен сам за себя? Тут каждый ответственный сам за себя. В основном, что такое алкоголизм? Алкоголизм — это когда происходит привыкание к системному опьянению, да, и поэтому человек, когда говорит, что я мало пью, я же там не пьяный, я не валяюсь, ему кажется, что это как бы легкая стадия, да, то есть это не вредит, и поэтому это заставляет его вновь прибегать к алкоголю. Но когда человек из раза в раз будет напиваться, то вот это приведет уже к пагубным каким-то последствиям, и только тогда человек задумается, что ага, алкоголь — это вред. Но пока человек считает, что ну раз я жив-здоров, у меня ничего не болит, значит, якобы мне это не вредит. К сожалению, мозг, он у нас так работает, что раз мне ничего не плохо, значит, это хорошо на меня влияет. То есть это как бы меня обезопасивает. Поэтому люди предпочитают вновь и вновь возвращаться к алкоголю, потому что нету тяжелых сразу же последствий. А когда они уже будут, тогда люди начнут говорить, что вот зря я тогда делал, будут сожалеть, тратить деньги на лечение и так далее. Поэтому здесь это ответственность каждого. Кто насколько заботится о себе, кто насколько любит свой организм. И, в принципе, мы то, что едим, то, что мы пьем, это и есть мы. Так что, к сожалению, люди пьют и будут пить, и это зависит все очень индивидуально от цели, какие у тебя цели на жизнь. Если у тебя есть в итоге цель спиться и стать каким-то неудачником, то, конечно, ты будешь вновь и вновь прибегать к этой бутылке. Но когда у тебя появляется какая-то цель, чего-то достичь, то ты понимаешь, что алкоголь — это вред. Это как блок, который мешает тебе развиваться. Потому что, к сожалению, но от алкоголя у нас действительно мозг превращается в какое-то непонятное вещество, которое тупеет, тупеет и тупеет. И это происходит настолько медленно, что человек не замечает этого. И ему кажется, как будто бы ничего не поменялось. Но взять алкоголика 5 лет назад и что с ним сейчас, то разница будет просто колоссальная, что действительно все становится только хуже.